важное выступление. А сейчас я попрошу установить на штангу. Стоп, стоп, сейчас будет новый вес. 355 килограмм на штангу. 355 килограмм на штангу. Столько в России не жал еще никто и никогда. 355 килограмм. Сесть, да, надо присесть. Давайте просто присядем, да. Вот так, чтобы всем было видно. Чтобы всем было видно. На штанге 355 килограммов. За всю историю российского пауэрлифтинга, это более 20 лет, никто еще не справлялся с таким весом. И сейчас на ваших глазах Владимир Красов предпринял попытку зафиксировать этот результат. Вес готов! Абамовский называется чемпион мира 2005 года, неоднократный чемпион России, рекордсмен России, призер профессионального турнира «Арнольд Классик», победитель европейской серии Гран-при WPO среди профессионалов. Элита российского пауэрлифтинга Владимир Кравцов. Музыка погромче. Чемпион мира, салюты. Владимир Кравцов. На помост приглашается чемпион мира 2005 года, рекордсмен России и Европы, весовой категории.